Я хотела зайти на прием, но я не попала. Почему? Ну, мне говорили, что все заняты, что не могут принять. Поэтому я сделала еще одну попытку прийти сегодня. У меня действительно финансовый вопрос. Я думала, что они как-то решат мою проблему, помогут. Да, мне? Я не прошу навсегда. Я даже думала, что, может, как-то с бюджетом мне помогут. Выделят эти деньги, как бы с последующим, что я должна отдать на какое-то время, да, и мне не помогли. Хорошо, я сегодня опять пришла сказать им, связалась с ними и говорю, вот я Каязова Нурия, я вчера к вам приходила, но у меня еще была крыша над головой, были документы. Сегодняшний день у меня такой, ни крыши над головой, ни документов. А что с домом? А у меня его нету. Я всю жизнь на квартире живу. И вот сегодня меня попросили, значит, документы забрали, и теперь я на улице. Ждёте? Да, жду. Сейчас вот позвонила, вроде ко мне должен. Я же уже теперь на прием не могу попасть. Вчера у меня были документы, сегодня у меня документов нет. Отобрали или просто да, взяли? Да, хозяйка сказала, я не отдам документы, пока ты деньги не отдашь. Получается, у вас документов нет? Да, я как должна передвигаться без документов? То есть у меня вчера еще крыша над головой была, у меня еще документы были. На сегодняшний день у меня уже ничего нет. Все. Это был... Вот я сейчас жду. Мне сказали, вы позвоните минут через 10. Вот я сейчас опять здесь буду звонить. А вы в органы обращались по поводу того, что вас отобрали документы, например? Ну, я еще в органы не обращалась, если честно. Я понимаю, что вина за мной, что я не справляюсь, да? Ну, по какому праву? Я вот своей хозяйке говорю, я не могу. Ну, вы возьмите загран, если вы так боитесь, да? Ну, ID-карт у меня должны быть на руках. Я же человек, я не бич, у меня имя есть. Я человек, мне нужно передвигаться, мне нужно где-то работу искать. Ну, без документов ты никто. Бесполезно. Бесполезно, я сюда пришла, я указала сумму, которую я должна. Она мне как бы правила поставила, ты мне хотя бы половину отдай, я тебе один из паспортов. Я сказала, вы у меня незаконно. Вы понимаете, что вы закон нарушаете, что вы меня оставляете без паспорта?